Привет! Эд Реборн! Что-то давненько нас в Анту не баловали новыми роликами, уже, по-моему, дней 5 назад вышел последний видос, поэтому я подумал, а почему бы мне не посмотреть какой-нибудь старый ролик, к тому же я уже тоже давно не смотрел старые, именно, короче говоря, мы в последнее время смотрели старые Версусы и старые, как там, сквозь время, ну как-то, короче, когда они перемещаются в другие времена. Так что сегодня мы глянем ролик, короче говоря, «Ураган». Я уверен, что он будет такой же ураганный и ржачный, как обычно. Погнали смотреть. Короче говоря, ураган. Так. Это был понедельник. Пришла смс от МЧС. Это было штормовое... Ой, напишите в комментариях, кого бесит, когда присылают МЧСники вот эти вот сообщения. Прям как бесит. Лежишь, спишь, утром приходит сам смс-ка. Сегодня будет такая-то фигня. Да мне насрать, дайте поспать! Предупреждение. Я испугался. Так. Пойду поем. Пришел, заварил чай. Снова пришла МЧС-ка от СМС. МЧС-ка от СМС. Неплохо. МЧС сообщала, что уже необходимо вынимать пакетик, иначе чай будет чересчур крепким. Нифига себе. А как они? Знаете, это значит, знаете, что это доказывает? Это доказывает то, что даже МЧС за вами следят. Не только ФСБ, но еще и МЧС. Так что будьте аккуратны, блин. Удивился. Но так действительно лучше. Поблагодарил их. Вернулся в комнату. Новость об урагане не давала мне покоя. Так. Смотрел в окно. На улице было немного ветрено. Поздоровался с соседом. Вспомнил, что... Типа уже пролетел, что ли? Вон на 9-м этаже. Пожалуй, сегодня никуда не пойду. Хорошо, что дома есть чем заняться. Посмотрю телевизор, поиграю в компьютер или позалипаю на ютубе. Там у тебя книжек дофига, книжки читай. Рубил свет. А вместе с ним и роутер. Это нарушило мои планы. Позвонил Серега. Сказал, что ему страшно одному дома. И попросил приехать. Я ответил, что скоро буду. Серьезно, что ли? Ты собрался выходить в ураган и ехать в гости кому-то? Лучше пообщайтесь по телефону, блин. Но это более безопасно, я не знаю. Прием всяко веселей. Заказал такси. Мне позвонили и сказали, что к дому подлетел синий Kia. Я подлетел. Хорошо. Собираться. Снова позвонили. Сообщили, что такси ветром унесло в соседний город. В смысле, вы офигели? Он же только что подлетел. Не мог, что ли, якорь там какой-нибудь кинуть? Мне вести положили трубку. Придется идти пешком, чтобы меня не сдуло, нагрузил рюкзак тяжелыми книгами. Плотно покушал. Захотелось в туалет. Сходил. Пришлось опять плотно покушать. Весь балласт спустил, да? Я был готов. Вышел на улицу, ветер стих. Но что-то было не так. Ураган прошел действительно сильный. Ведь прежде мой дом находился на другой улице. В Америке принято присваивать имена стихийным бедствиям. Назову этот ураган сосед Петрович. Ведь после его гулянок эффект примерно такой же. Серьезно, что ли? Сосед Петрович разбрасывает все деревья и перетаскивает твой дом в другое место? Вот это он Халк. Пускай где теперь... Человек ползет, какого фига? Находится Серега. Нашел его дом на соседней улице. Теперь к нему будет ближе ходить в гости. Четко. Ветер снова начал усиливаться. Быстрее домой! Скорее зашел к Сереге. Закрыл за собой дверь. Закрыл перед собой дверь. В отличие от меня, у него дома был свет. Увидел Серегу. Он был сильно напуган. Сказал, что с детства панически боится непогоды. Когда ему было 10 лет, его чуть не унесло ветром в другой город. В 12 придавило упавшим деревом. В 15 его ударила молния. Нифига себе! И до сих пор жив. Да он в рубашке родился. Ему вообще ничего бояться не стоит. 15 его ударил одноклассник. Это не связано с непогодой, но все равно неприятно. Я успокоил его и предложил отвлечься. Включил кино. Мы посмотрели «Послезавтра», 2012 и «Торнадо-убийца». Серьезно, что ли? Вы решили посмотреть в непогоду, блин, непогодные фильмы? Хорошо. Просто Серега теперь еще больше пересрется и не выйдет никогда на улицу. Прокатило. Я посмотрел прогноз погоды на ближайшее время. Через час переменная облачность. Через 2 небольшой дождь. Через 3 смертоносный ураган. Через 4 солнечно. Хоть прям смертоносный? Какие-то хорошие новости. Через 4 часа будут. Объяснил Сереге, что в действительности ничего страшного в урагане нет. Это всего лишь очень сильный ветер разрушительной силы. Так что нифига не страшно. Ты хорошо, что ты ему не сказал то, что он уже перелетел в другое место. Сказал, что ему надо успокоиться. Накрыл пледом. И решил напоить его горячим чаем. Пошел на кухню. В чайнике не было воды. В кране не было воды. В микроволновке была вода. Каким образом? Это было странно. Сделал... Я согласен, это было крайне странно. Как в микроволновке оказалась вода и что вообще она там делала? Чай. Серега успокоился. Я посмотрел в окно. Так. Ураган был в разгаре. Закрыл занавески. Но с улицы доносился шум. Серега спросил, что там происходит. Ураган? Чтобы он не волновался, мне пришлось чуть-чуть соврать. Я сказал, что рядом с дома проезжает колонна грузовиков, груженных железом. Ага. Именно в этот момент, когда ураган на улице. Да, действительно, им больше другого времени не получилось найти, да? Недоверчиво посмотрел на меня. Я сказал, что пошутил, и на самом деле там какой-то безумный ученый провел неудачный эксперимент, после которого в наше время переместились крестоносцы, и теперь они сражаются с местным участковым, который стреляет в воздух из пистолета. Как вообще до такого догадаться, додуматься можно было, непонятно. Поверил и успокоился. Через час ураган на улице стих, и Сереге уже нечего было бояться. Ты выкинул, смотрите на его отражение в зеркале.
Безумный Серега, блин. Теперь можно, Господи, возвращаться домой. Я попрощался так и собрался уходить. Руган начался? А, это вы на Луне, что ли, или где? Так. А, в космосе. Ну, я практически угадал, прикол. Слушай-ка, Серег, я у тебя еще, пожалуй, немножко погащу, хорошо? Короче говоря, ураган. Это просто восхитительно было, блин. Почему я раньше не смотрел этот ролик, но он реально офигенный. Серег, а на что ты готов ради 100 тысяч лайков? Я готов... А, тут уже как бы 438 тысяч аж, так что 100 с лихвой просто набралось. На многое. В том числе спрыгнуть с этой крыши. Ты что, охренел, что ли? А ну убирайте лайки, я не хочу, чтобы они с крыши прыгали. Фу, осуждаю. Но здесь же высоко, Сергей. Ничего страшного, вот гляди. А-а-а! Я падаю! Скорее ставьте 100 тысяч лайков! А-а-а! Серега, мы же разобьемся! Ничего страшного! Для подписчиков ничего не жалко! Какого хрена? Какая странная концовка, прям очень! 100 тысяч лайков! А-а-а! Серега, ты точно хороший хромак сделал? А, будет все четко, я тебе гарантирую, 100 раз уж так делал. Все, приземлились. Это было просто офигенно. Ну, как обычно, Ванту постарались. Когда они постарались-то? 3 года назад. Постарались и сделали просто восхитительный ролик. Я угорел по полной. Огромное им спасибо за такой офигенный контент. Ждем новых роликов, потому что реально уже практически неделю не было новых видосов. На прошлой неделе было 5 видосов за неделю. Сейчас 0. Вы куда пропали? Роликов хочу. Пожалуйста, вы же интересны, вы офигенные. Короче, ждем новых видосов. Под этим я лайк поставил. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.